Если у вас продырявился бассейн, здесь вообще не подтекает. Чтобы снять эту лестницу, нужно отжать вот этот вот фиксатор. Это у нас фильтр тонкой очистки. Что же это такое? Здесь вообще не подтекает никаких. Воды никакой нет. Земля сухая. А что же здесь такое? А здесь вот такая дырка. Если у вас продырявился бассейн и у вас нет ремкомплекта, то не расстраивайтесь. Нам пригодится бутылка, желательно с водой, для утяжеления ее, чтобы она не улетала. И вот такая вот заглушка, мягкая, но упругая. Как это работает? Ставим заглушку и упираем бутылкой. Бутылку упираем в какой-нибудь деревянный чопик. В моем случае я еще использую колесо, которое случайно оказалось здесь в саду. Можно также использовать колышек, забить вот сюда. Но в нашем случае работает все замечательно. Потому что это защита от детей называется. Мы ее ставим вот так. Подгоняем к насосу и насадим на обычную синюю изоленту. Насосом назовем старую трубу от отопления. Здесь нет ничего, кроме крещенской воды. Одна бутылка крещенской воды нам заменила все чистящие средства. Ну а насос заменили наши мускулы. Учитывая, сколько сейчас все это стоит, сколько стоит бассейн, сколько стоит к нему оборудование, не меньше, чем сам бассейн. И потом картриджи, бесконечное электричество, еще сколько затрат. И в некоторых регионах лето уже заканчивается. А мы еще купаемся. Нам купаться еще целый месяц.